Ты спрашивал меня, что я вижу в тебе? Вот что. Однажды ты потянулся к Богу и решил, что ты уже возле Него. Ты не научился. Как Господь может говорить с тобой, когда вместо любви ты сжигаешь, разрушаешь и приговариваешь к смерти? Да, пришла моя очередь, но ты меня не сожжешь. Знаешь почему? Потому что я горел всю свою жизнь. Всю жизнь. Но не в огне, а в свете. Я бросал себя в самый центр. Вы зажигаете огни, потому что боитесь сгореть. Вы боитесь света. Поэтому мне жаль тебя, друг мой, Ниньо де Гевара. Ты боишься. И сколько бы костров ты ни зажег, ты становишься все ближе к тьме. И ты никогда от нее не убежишь. Может ли тьма поглотить свет?